Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для зомби-атак. Вот, этот плейс, конечно, уже вышел давным-давно. Вот, скрипты, конечно же, может быть, не очень новые будут, но они до сих пор рабочие. Вот, и сегодня я один из них вам покажу. А для этого нам, как всегда, потребуется чит. Ссылочка будет в описании. Буду использовать 3 эксплойт. А, значит, нажимаем вот на этот шприц. После этого автоматически инжектимся. Так, все отлично. И теперь вставляем вот сюда скрипт из описания. И нажимаем Exclude. Так, ждем, пока оно загрузится. Все отлично. Успел активировать, как раз мы появились уже на карте, где зомби появляются, можно их убивать. А, значит, здесь 3 функции. Анти-авк, это получается, допустим, выключили эту функцию, ушли куда-нибудь там погулять. Били по своим делам, компьютер оставили включенным, игру тоже. Вот, и вас через 20 минут не кикнет. То есть вы можете там и час, и два играть, вас кикать не будет за неактив. Вот, также получается, можно выбрать функцию автоматическое одевание или взятие там оружия, там, допустим, вот ган, том, кинжал, меч. Ну, вот тут написано, в принципе. Вот, и бомбы всякие, я так понимаю. Так, за мной уже толпа зомби бежит. Так, и давайте я вам сейчас покажу автофарм. Самая первая кнопочка, нажимаем на автофарм. Как видите, я сразу стал летать над зомби. А, достаем теперь, получается, оружие. Так, это не оружие, вот. Так, как видите, я достал Томпсон. И, как видите, дамаг пошел. То есть я на... мышку на кнопочку вообще не нажимаю, и он автоматически их дамажит. Так, ну, сейчас, конечно же, плохо работает из-за того, что они столпились. Вот, особо хорошо не видно, но сейчас я, допустим, всех убью, вот эту толпу, и будет нормально видно, как он их убивает и сам дамажит. Так, ну вот, уж их уже меньше становится, и, как видите, в принципе, дамаг даже идет очень быстро. Так, все, я вот тут их перебил. Пошла новая волна. Как видите, я, получается, тп-хлысь над зомби и автоматически его убиваю. Вот, тем самым вы сможете быстро прокачивать свой опыт, а также зарабатывать деньги на новое оружие. Вот, и становиться, получается, топовым игроком. Ну, в принципе, на этом у меня все. Скрипт очень хороший. Еще раз повторюсь, ссылочка будет в описании. С вами, как всегда, был Избан. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока.